значит, и посылочка пришла. Открываем аккуратнейшим образом, чтобы ничего в этот раз не повредить. Да, надо, наверное, нож заточить будет. Какой-то купончик. Письмо счастья, благодарности. Сфотографируйте, сделайте, пожалуйста, обзорчик нашего чехольчика. Ну что, выглядит неплохо. Желтый упаковочный материал. Ну, по текстуре прям даже не скажешь, что это кожа. Понятно, что это просто напечатано. Но, тем не менее, чехольчик классный. Борт высокий. Я думаю, будет самое то. Осталось только его прикинуть и посмотреть, как он будет смотреться на аппаратике. Да, на пластике просто под текстуру кожи сделано. А не так, что, как вам говорят, натуральная кожа. Но, тем не менее, очень даже хороший. Резиновый, я бы даже сказал, а не силиконовый чехол. Вот. Примерим и посмотрим, как он будет выглядеть уже на самом телефоне.